Приветище, это Лего Кирпичные Истории. Мы находимся в пирамиде. Нам нужно встретиться с принцессой, с королевой. Ну, короче, с какой-то древней девицей, которая нам поможет. Но для этого нам нужно здесь охраннику построить красивый стеллаж. А то ему надоело смотреть на эти стенки. Он говорит, мне хочется разнообразия, сделай мне красоту. Я такой, вообще легко, ты обратился по адресу. Сейчас мы наваяемся здесь красотищи. Значит, что у нас тут имеется? Нам нужно стеллажик построить небольшой. Тут написано, собери полки, используя все составные части. То есть вот это вот все. Вот это вот все. Офигеть, это будет огромно, я тебе хочу сказать. Такая башня стеллажей. Ладно, попробуем. Значит, у нас есть горшок какой-то там, не знаю, что внутри. У нас есть лампы вот такие вот. Давай я вот так вот подраскитаю, чтобы мне все было видно более-менее лучше. Вазы. И не одна, а целых несколько, две штуки их. Еще один горшочек. Подожди, давай мы сделаем вот как. Горшки. Вершки. Посередине бы здесь что-нибудь воткнуть. Типа вот такой вот штуки. Во, да, в принципе нормально смотришь. Нет, давай горшок, горшок и лампа. С джином. С джином. Аладдин будет счастлив. Аладдин же нашел в пещере лампу. А тут гробница. Немножечко отличается. Вот так вот. Снизу, конечно же, мы поставим. Здесь красные полочки, поэтому у нас будут там красные. Давай опускайся. Вот такие вот штуки. Красные и можно желтый туда поставить. Вот, красиво будет. Там нужно чем-нибудь застелить. Например. Вот этот кубик не влезет туда, да? Это уже будет слишком жирно. Можно тогда вот это вот вставить. О, ну так нормально. Дальше. Здесь у нас будет вот такая штука, здесь у нас такая штука. Вот эта огромная штука, она тут влезет. Да, во, отлично. Получается, что тут у нас по бокам будет вот так вот свисать. Вот тут чашки какие-то. А подожди, а чашки можно? О, кстати, в натуре. В натуре, серьезно, вот так вот можно впихать чашки. Верните обратно. Вот. Теперь вот это сюда. А, ты немножечко скосила, да? Вот. Вот тут немножечко скосила. Ну, похоже. Вот это нужно задвинуть. И в принципе, виола! Все по красоте, все здорово собрано. Закончить. Думаю, это было последнее испытание. Давай вернемся к начальнику охраны. Давай. А начальник охраны, он где? Он внизу же нас ждал. Начальник охраны, я все сделал. Все по красоте. Вон, все три огонька горят. А где начальник охраны? Может где-то... Подожди, начальник охраны, скорее всего, был наверху. Что-то я затупил немножечко. А, нет, подожди, вот тут он был. Вот он, начальник охраны. Ну-ка. Давай заболтаем с тобой. Добро пожаловать, друзья царицы. Вы прошли все испытания, можете войти. Приготовьтесь ко встрече с царицей Клеокот. Вместо Клеопатры тут, короче, Клеокотрой. Ну, типа, она же кошек любит. И Клеокошачница, если можно так сказать. И ее любимой кошкой. Короче, все, погнали. Перелопатили имя принцессы немножечко. Сейчас мы ее увидим. Принцесска. Принцесска, ты где? Как у тебя здесь здорово. Брюлики всякие. Вот она, принцесса. Она здесь лежит. Но там кролик есть. Подожди. Я беру свою... джетпаковскую пукалку. Кролик, иди ко мне. Кстати, я тебе что хочу сказать. Пойдем обратно вернемся. Дело в том, что там кролик был еще наверху. И я понял, что стеллаж я неправильно построил. Хотя, даже если бы я его правильно построил, я бы все равно на него не запрыгнул, потому что я не умею здесь прыгать. Смотри, вон там вот, вон кролик есть. Как туда добраться, кто ж его знает. Поэтому все, забили на него. Мы когда-нибудь сюда вернемся обязательно. А пока что мне нужно воскресить Клеопатру, буду называть ее, как на самом деле у нее имя. Воскресить ее и поболтать с ней о чем-то важном, видимо, очень серьезном. Так. Где же ты? Вот он, наш скелет-кот-коп. Царица Клеокотра. И что за шум? Сколько раз я вам объясняла, что я выгляжу старше от недосыпа? Ваша сохранность. Должен сказать, что для тысячелетий мумии вы выглядите потрясающе. Ты мне нравишься, железный коробок. Отныне можете считать себя почетными слугами могущественной богини-царицы Клеокотры.
Вообще-то, Ваше Величество, мы здесь из-за землетрясения и прочих странностей. Люди снаружи испытывают... Священный трепет. Восхищение? Ну, скорее, ужас и отчаяние. Вы не знаете, в чем дело? Ха, земля тряслась по моей воле. Может показаться, что в пирамиде неплохая звукоизоляция, но там наверху так грохотало. Впервые за всю мою загробную жизнь. У меня не было другого выбора. Пришлось проклясть все источники шума. У меня были связаны руки. Ваша свирепость, мне кажется, вы приняли шум слишком близко к сердцу. Тебя когда-нибудь будили после тысячелетнего сна? До первой чашки кофе со мной лучше не связываться. Но теперь я пару сотен лет точно глаз не сомкну. Впрочем, может, я и вправду погорячилась. Хорошо, я все исправлю, если найдете мою любимицу. Мою самую маленькую, мягонькую, пушистенькую кошечку. Ее зовут Милу. Она маленькая, белая, с влажным носиком, кнопочкой. Вижу, вы очень любите свою кошку. А что тут странного? А вы разве не держите дома дюжину пушистых сокровищ? И не расчесываете их роскошный мех каждый день? Ну, конечно. Мы мигом ее найдем. Кошки! Когда вы ее видели в последний раз? Не помню, уже давно. Помню, что больше всего на свете она обожает кошачью мяту. Кошачья мята. Вроде на рынке ее кто-то продавал, да? Чуть не забыла. Я открою вам короткий проход на поверхность. О, благодарствую. Все, здорово. Значит, пойдем искать кошачью мяту, возможно, там наша Мио. Крабик. Мио. Но, конечно же, прежде чем выходить наружу, нужно здесь осмотреться. Может, золотишечко найдем? А, подожди, вот здесь вот можно же пройти. Да, здесь тоже вот эта штука, есть переключатель, но пользоваться я им не могу. Ладно, идем. Ой-ой-ой, так это ж торгаш, наш Бу! Интересуют мои товары. Все можно купить замороженное. Так давай, конечно. Я куплю у тебя замороженное. Египетские штаны. Египетские всякие... Ну нет, под Египет я косить не хочу. А это что? Купите предмет пустынные кирпичики за 100 мороженое. Кирпичный желтый, кирпичный... Яркий салатовый, темно-красный. Зачем покупать кирпичи? Вот это мне пока непонятно. Для чего? Вот мы и на рынке. Где тут кто продавал мяту? Где кошек больше, там и мята. Кошки. Я пока что вижу кошек только здесь. А вот ты не продаешь? Смотри, кошка прям на палатке сидит. Ну, я думаю, что... Давай поговорим с главным вот этим вот чуваком. Получается, древнее проклятие не дает строителям закончить монумент? Это весьма не кстати. Найдите способ избавиться от проклятия. А кто мяту продает? Ты знаешь? Кексы, самые вкусные кексы, только у нас кексы, от которых земля трясется. Он явно поторопился. Собранный вручную, свежевыжатый сок в удобной пластиковой упаковке. Прямиком с другого конца света. Лучшие сувениры из пустыни. Уникальные копии пирамид. Фальшивые золотые слитки. Самые настоящие. Покупай, торопись. Фальшивые золотые слитки. Самые настоящие. Это смешно звучит. Ладно. Здесь мяты у нас точно нету. Кто же мяту продает? Ребят, но у них тут бананы. У них здесь бананы. Пойдем к этому чуваку сходим. Вот, можно поболтать с ним. А, продавщица кошачьей мяты. Ну, действительно, вот же тут прямо и написано. И значок вот этот висит. Давай поболтаем. Кошачья мята? Свежая кошачья мята. Лучшая в мире. О, привет. Это вы, ребята. Как дела? Благодаря вам моя кошачья мята просто улетает с прилавка. Отличные новости. Но вообще-то мы ищем кое-что маленькое. Беленькое, пушистенькое, с мокрым носиком. О, нет. Бедненькая кошечка потерялась. Что я могу сделать? Как вам помочь? Могу поспорить, что если открою свое хранилище кошачьей мяты, туда сбегутся все кошки в радиусе 1000 кубитов. Только вот люди начнут терять сознание от передозировки милоты. Это может быть опасно. А если я скажу, что кошка, которую мы ищем, принадлежит царице, погребенной в пирамиде? И поэтому единственный способ избавиться от проклятия – это выполнить ее требования и найти ее любимицу. О, нет. Что же вы раньше не сказали? Вот, возьмите ключ от хранилища, надеюсь, это поможет.
Спасибо. А всех, кто придет за своими котами, мы отправим к тебе за кошачьей мятой. Ключ от хранилища. Теперь ты можешь зайти в хранилище кошачьей мяты. А где же хранилище? Вот здесь? Это оно? Нет, это не оно. Вот это вот хранилище? Как думаешь? Да, наверное, это оно. Но прежде чем мы туда зайдем, я хочу взять птичку. Птенчик, птенчик. Иди к нам. Ты нам нужен. Сейчас посмотрим, что там за хранилище. И действительно, все кошки сбегутся или нет. Ой-ой, нифига себе тут кошек. И что, каждый подходить, спрашивать? Это будет очень смешно. Очень. Смотри. А, она же призрак, точно. Она же по-любому призрак, она же не может жить там 100 тысяч лет. Вот она. Мы ее нашли. Мы ее нашли. Мяу, 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 мяу. А вот ты где, малышка. Похоже на описание царицы. Давай вернем ее хозяйке. Мил, поспеши, верни кошку царицы, пока она не свела тебя с ума своим мяуканьем. То есть она довольно разговорчивая. Странно, что мы одну единственную здесь увидели призрак-кошку, да, а других как бы нет. Ну, видимо, то, что это царская кошка, все дела. Царица! Эл, просыпайся, я принес твою кошку. Надеюсь, ты попила кофе? Ах, Мил, ты вернулась. Вы сделали невозможное. Я перед вами в вечном долгу. Это было несложно, когда мы поняли, где искать. Ой, не скромничайте. Вы заслужили щедрую награду. Я дарю вам редчайший деликатес. Свежий, сочный арбуз. Он точно свежий и сочный? Царица что-то долго там думает. Ой, кажется, у меня остались только тысячелетние. Не свежие, не сочные. Раз так, сами скажите, что вам нужно. Может, исправите то, что натворили снаружи? Как вариант? Нет, этому не бывать. Меня беспардонно разбудили шумом. И я не потерплю такого обращения. Может, вы передумаете, когда узнаете, что весь этот шум с площадки, где строится огромный монумент в честь кошки? Честно? Монумент в честь кошки, говоришь? Ну, его бы уже построили, если бы машины не сломались из-за проклятия. Если это правда, то, наверное, я могла бы рано или поздно снять проклятие. Но есть условия. Вы должны доказать мне свое почтение и преданность. Восстановите мозаику перед пирамидой. И это все? Ерунда. Мы закончим быстрее, чем Скоробей взмахнет крыльями. Все, значит, нам нужно мозаику собрать. Мозаику здесь. А нет, это Мио тут тусит. А где мозаику? Перед пирамидой, она сказала, да? Ребята, строители, вы разбудили царицу, из-за этого мне придется теперь делать мозаику. Мозаику, мозаику, мозаика. Вот! Здесь нам нужно собрать эту мозаику. Ух, какая она тут здоровенная-то. Че, давай попробуем. Мозаика? Не хватает несколько фрагментов, нужно их найти. Мои датчики показывают, что они где-то поблизости. Где-то поблизости, блин. Давай посмотрим, где они могут быть поблизости. А как они вообще выглядят? Эта штука нам поможет? Нет, как думаешь? Я думаю, что нет, она не поможет. Две штуки, лупа тут есть. А можно посмотреть, как они должны выглядеть? Как они должны выглядеть? Вот сюда можешь сходить? А тут, прикинь, сюда не могу пройти, я слишком жирный. Угу. Как выглядят части мозаики? Может здесь? Подожди, о, тут сундук. Ну-ка. Мозаика должна быть здесь. Нет, это мороженое, ё-моё. Это мороженое. Пойдем у строителей спросим, может они видели. Ребят, вы тут мозаику не видели нигде, а? О, кстати, вот смотри. Кажется, это она. Да, точно. Собрать фрагмент мозаики. О, отлично. Это голова царицы Клеокотры. У нее весьма выдающийся нос. Здорово. Она довольно большая, эта часть мозаики. Соответственно, может быть, за пирамидой есть еще мозаика? Нет, здесь нет мозаики, но здесь есть у нас вот такой вот странный зверек. Рак-отшельник. Иди сюда, негодница. Изящная каменная голова Мил. Я провел анализ данных, с уверенностью заявляю, это последний фрагмент мозаики, так что давай вернемся на стройплощадку. Ну давай. Давай вернемся. Можно теперь и строить. Значит, теперь нужно здесь собрать картинку из этой мозаики. Я думаю, что тут должно... Нет, это не подходит. Возможно, вот так. Угу.
сердечки есть. Возможно, они здесь. Здесь еще должен быть треугольничек, наверное, или нет? Может быть, вот так? Вот, кстати, подходит. Вроде бы подходит. Вот эту, может быть, перевернуть, как думаешь? Типа вот так. Нет, это не... Нет, точно нет. Не сюда. Вот это, кстати, тоже, возможно, не подойдет, потому что... Нет, это так, это не так. Продолжение где может быть? Вот это вот, наверное? Да? О, кстати, подходит. Подходит. Здесь у нас идет вот так вот. О. Дальше мы... Возможно, голова нужна. Голова... Это вот голова, но где она должна располагаться, фиг знает. Вот это часть кошки. Как бы. Вот. А, ну. Получается так. Получается так. Вот, вот как эта картина выглядит. Ладно, хорошо. Значит, еще часть пирамидки. Часть пирамидки вот так вот. Дальше. Здесь у нас арка выходит. Выходит, здесь у нас арка. Или это не арка? Фиг его знает. Здесь вот голова нашей царицы. Голова царицы. Здесь вот он. Вот оно, ожерелье ее. Вот получается. Она здесь сидит на чем-то. Здесь у нее рука облокотилась. И вот последняя часть. Ей, собрали. Вроде похоже. Ну, пойдем вернемся, скажем, что мы большие молодцы, мы собрали мозаику. Она дико обрадуется, наверное. Либо скажет, что мы криворукие, кривожопые, неправильно мозаику собрали. Сейчас выясним. Эй, царица, я там все сделал, как ты просила. А с мозаикой что? Вы ее восстановили? Разумеется, ваша сухость. Надеемся, она превзойдет ваши ожидания. Теперь вы снимаете проклятие, верно? Да, я сдержу слово. Проклятие будет снято. Немедленно. Не веру. Это и все? Я рассчитывал на спецэффекты какие-то. Ты производишь хорошее первое впечатление, маленький железный человечек. Но я устала от твоей болтовни. Изгоняю тебя на 1000 лет. Но большое спасибо за помощь. А теперь прощайте. Пока-пока. Мяу. Приятной вам загробной жизни, ваша сухость. Она выгнала моего друга на 1000 лет. Он теперь не может сюда заходить, в гробницу. Такие дела. Вот так-то. Доболтался железный ящик. Че, землетрясение закончилось. Можно вернуться на рынок. И мне скажут большое спасибо тебе за спасение нашей цивилизации. Да? И рабочие смогут продолжить работать, чтобы сделать статую кошки. Да. Как же приятно вернуться к работе. Спасибо, что все уладил. Это хорошо, но работать мы все равно не можем. Почему? Дорога к стройплощадке разбита. Наша строительная машина там застряла. У вас, случайно, нет знакомых с выдающимися строительными талантами? Но вообще-то это я. Вообще-то есть. Мы сами выдающиеся. Да-да-да, супер. Сможете построить дорогу для нашей строительной машины, чтобы мы могли вернуться к работе? Мы будем очень благодарны вам. Так, понятно. Еще, значит, мы здесь не закончили. Строители опять обосрались. Пойдем поможем им. А то они тут так и не закончат никогда строить статую кошки. Оп, а когда императрица проснется, она же вообще обалдеет. Она тут порчу какую-нибудь наслать может. Построить, значит, дорогу. А, ну тут все, в принципе, относительно... Ну, кстати, такая себе дорога, я тебе хочу сказать, в объезд. Ну, а он же еще и четырехколесный, ему такая дорога широкая нужна. Так, значит, 4 вот таких вот у нас есть блоков. Thank you.
Трактор может проехать. В принципе, он уже проехал. Он с этой задачей справился. Пойдем обрадуем рабочих, надеюсь, они счастливы. Рабочие, ваш трактор переехал, так что можете продолжать работать. Но они сейчас могут сказать, что у нас что-то опять сломалось, там нужно бетономешалку починить или еще что-нибудь. Вы профи, наконец-то наша бригада вернется к работе. Скажите купцу, что его катастата уже строится. Я думаю, что торговец тоже обрадуется. О, статуя закончена, кстати, вот он. Какое счастье, что монумент наконец-то готов. Спасибо вам обоим. Всегда рады помочь. Как бы... А, вот оно появляется. Кристалл счастья. Забирай его скорее, забирай. Хватай. Зарядись энергией, ой. О, еще один. Круто же. И телепортнули сразу домой. А он, дедуля, нас ждет у нового аттракциона. Поскорее бы произвести очередную трансформацию. Дедушка уже ждет нас на следующем участке. Ау, я тут. Все, пойдем к нему. На аттракционах уже катается. Ха. А только причем на одном аттракционе пока что вон. Ладно, Абу. Вот он, появляется Бу. В ларьке с тикетами, с билетиками. Я, конечно, бы еще посмотрел на другие аттракционы, как на других катается. Ну вот, на вот этой чаше и на вот этой. Ладно, дедуль, я тут. Эйнштейн, что делаем? Давай подключим трансформационное устройство. Ну, давай подключим. Давай подключим его к энергии, которую мы собрали в пустыне. А, это сейчас будет... горка? Вау. Здорово. Опять сработало. А теперь сможешь спроектировать все части этого аттракциона? Конечно, смогу. Здесь, наверное, надо будет вагонетки спроектировать. Да, точно. Как тебе моя адская колесница? Вроде зачетно выглядит, да? Заканчиваем здесь. Пойдем посмотрим на нее вживую, как она выглядит. Ну-ка. Блин. Так, я не понял, а что это за фигня здесь? Что это за ерунда такая? В смысле, а где моя зачетная колесница? Минуточку, секундочку. Это... И почему в конце? Вот же как она выглядит, чего вы? Ладно, допустим, пусть так. Видимо, пока я все не сделал, оно так и будет выглядеть, да? Это посерединке, наверное. Или я с конца начал вообще? Хорошо, по той же технологии такую же сейчас отстрою, только уже будет другого цвета немножечко. Ну вот, здесь у меня колесница получилась вот такая вот, простенькая. Не так, как первая, заканчиваем. Пойдем опять наверх поднимемся, посмотрим, как она выглядит сейчас. Ну-ка. Блин, ясно. Все ясно. Дальше. Обязательно нужно, видимо, все достроить, и тогда они полностью появятся целиком. Войти. Это у нас первый, значит, будет. Самый первый. И он самый крутой должен быть. Скоростной. Тут даже фонари вон есть у него, смотри. Вот фонари. Обязательно. Она как машинка должна выглядеть. Ага. Значит, спереди такой. Сзади у нас тоже будут фонари. Вон, гоночный болид такой мощный. Дерзкий. Красивый. We'll be right back.
чего? Здесь у нас даже не будет вот такой вот защиты элементарной, да, как в других двух колесницах. Но зато здесь будет лобовое стекло, которое не закрывает лицо. Просто высоты не хватило. Короче, вот сзади фары, спереди вот так вот. В общем, выглядит вроде бы ничего, так? Так что заканчиваем. Во, поехали. А почему? Здорово. Куда дальше? В смысле, куда дальше? Подожди, у меня там... О-о-о, американские горки. Прокатимся с ветерком. Круто, иди катайся. Это тот же чувак, который на кувшинках у меня катался. Я не это хотел сказать. Вопрос в том, куда портал принесет вас в следующий раз. Секундочку. Ввожу новые координаты. Пока что непонятно. Но просто почему? Почему мои вагонетки, они не такие, каких я... Ну ты посмотри, что это за дичь? Почему они не такие, какими я их сделал? Так, ну-ка подождите-ка, дайте-ка я вернусь. Может, я там где-то за края вышел, за контуру, поэтому не видно. Ну, если бы я за края вышел, мне... А, ну да, все, понятно. Смотри, вот здесь вот я вышел за края, вот. Вот это вот надо убрать. Черт. Черт, черт, черт. Вот. Если вот так вот, то тогда должно быть норм. Быть. Только наверх нужно как-то что-то придумать. Сейчас. Я придумаю, как это закрыть все. Как бы смотри, вот я все в пределах вроде бы сделал, да? Ничего за границей не лезет, все красивенько, аккуратненько. Заканчиваем, пойдем посмотрим. Сейчас вагон... Ну она проехала мимо, я уже увидел, что как бы даже если ты все в пределах сделаешь, границы, да, то все равно. Ну вот, ничего не изменилось, ни шиша. Ну и ладно, пусть тогда катается на таких. А на этой скромной нотке мы закругляемся. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк. Подпишись, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие ролики, на которых мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи!